Пробуди из Кыргызстана, Боже, с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня четверг, 20 апреля, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Вместе помолимся и попросим Бога защиту, направление. Мы верим, что Он нас благословит. Аминь. Давайте сейчас обратимся к нашему Господу. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Богом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, Господь, и мы благодарим Тебя за дыхание жизни, за здоровье, за силу и за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Спасибо Тебе. Мой Господь, в этот день направь, мой Бог, нас. Направь нас, нашу семью. Направь, мой Бог, все наши шаги. Только Ты, мой Бог, знаешь вопросы, проблемы, через которые мы проходим. И только Ты можешь, мой Бог, нам помочь. Иди впереди нас, мой Бог. Дай нам силу, мудрость, чтобы мы могли принимать правильные решения. И пусть, мой Бог, для нас сегодняшний день будет успешным. Защити, мой Бог, нас, нашу семью, наших друзей. Поставь сильных ангелов, Господь, вокруг каждого из нас. Защити нас от аварии, от катастрофы, проклятия, от всего негативного. Мы отдаем всю нашу жизнь Тебе и провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным, благословенным во имя Господа Иисуса. Мы молимся тоже за нашу страну и мы просим, благослови Кыргызстан, благослови нашу землю, исцели нашу землю. Да будет, мой Господь, в нашей стране исполнено, мой Господь, Твое Слово. Да будет спасение. Мы молимся за всех жителей Кыргызстана. Мы молимся, мой Бог, за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть. Во имя Господа Иисуса Христа. Мой Бог, мы также молимся за другие страны бывшего Советского Союза. Сейчас есть люди, которые молятся с нами из разных точек этого мира. И мы соединяем нашу веру, и мы провозглашаем. Да будет защита Твоя и благословение Твое там, где Твой народ находится. Спасибо Тебе, мой Бог. Мы верим, что Ты всегда защищаешь нас. Мы молимся за мир в России, между Россией и Украиной. Пусть, мой Бог, эти конфликты прекращаются. Защити там, мой Бог, людей, который находится в опасных местах. Мы молимся за мир в Израиле и верим, Господь, что Ты нас слышишь. Во имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, помолитесь со мною. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, я уверен в том, что Бог услышал нашу молитву, и Он уже благословляет каждого из нас. Верите в это, потому что Бог с вами. И сегодняшний день будет успешным для нас. Верите, Бог, Он уже направляет вас. Каждый шаг наш Он уже направляет. Аминь? Я сейчас хочу передать вам направление на сегодняшний день о том, что написано в Слове Божьем. В Библии написано вот так.
Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это?» Дорогие друзья, очень интересно здесь, что произошло. Потому что написано в Библии, что народ Израиля сеял, и приходили другие народы, собирали. Они жили, они проходили через очень трудный момент в своей жизни. И ангел явился Гедеону и сказал: «Господь с тобой». И он ответил: «Если Господь со мной, с нами, то от чего постигло нас все это?» То есть он был возмущен не против Бога, не против людей, но против ситуации, в которой они находились. И, конечно, если вы прочитаете дальше то, что написано в Библии, написано, что именно это возмущение привлекло Божье внимание. И сам Бог тогда говорил с Гедеоном. И знаем, что использовал его, чтобы освободить народ Израиля. А какое учение мы можем извлечь для нас? Дорогие друзья, бывает, что нам нужно возмутиться. Я повторю, возмутиться не против Бога, не против людей, не против правительства. Но я имею в виду возмутиться против проблем, против ситуации. Вы помните, когда Иисус встретил одержимого человека, Иисус закричал, сказал: «Дух нечистый, выйди из этого человека». То есть Иисус возмутился против той ситуации. Вы помните, когда Он пришел в храм, и люди были в храме только для того, чтобы продавать, покупать, не для того, чтобы слушать Слово Божие или молиться. Он возмутился, Он начал выгонять людей. Тогда возмущение, когда мы возмущаемся, конечно, с мудростью против ситуации, это помогает нам. Почему? Потому что тогда мы не принимаем проблемы в нашей жизни. Бывает иногда, что мы становимся пассивными, и мы ожидаем, чтобы сама по себе ситуация изменилась. И такого не бывает. Нам нужно делать свою часть. Тогда, если вы хотите, чтобы сегодняшний день был успешным для вас, поедьте на работу или везде, куда бы вы ни поехали, с этой верою. Бог со мною. Эти двери, которые сейчас закрыты, они должны открыться. Потому что Бог обещал, что для меня открыты всегда, будут всегда открытыми двери. Тогда эта ситуация изменится. Бог мне поможет, я преодолею эти проблемы. И это возмущение против ситуации благословит вас, потому что вы увидите, как изменится эта ситуация в вашей жизни. Аминь? Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени. Вы можете присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, и в ваши комментарии добавьте вот эту фразу: «И я отказываюсь от всего, что не от Бога. В моей жизни будет исполнена Божья воля». Аминь? И да будет так в вашей жизни. И если это слово помогло вам, ставьте лайк, отправьте вашим друзьям, и пусть Бог вас благословит обильно. Я напоминаю вам, что сегодня, в 18:30, у нас онлайн-служение «Терапия любви». Мы помолимся за вашу личную жизнь. Хорошо? Хорошего вам дня! Идем вперед с этой верою, что будет исполнена в нашей жизни воля Божья. До свидания! Господь мой, преклони Твое лицо.